Привіт, мене звуть Сергій Кейн, і ви дивитесь Кома Дайджест, спільний проект музичних новин від громадського інтернет-журналу Кома. Якщо хто не в курсі, музика у заставці Кома Дайджесту належить чудовому гурту «Вагоноважати». Особисто я побачив їх наживо минулого року на Гогольфесті і був у захваті. Їх неодмінно потрібно побачити наживо. Тож дуже раджу піти на їх найближчий концерт у Києві, який відбудеться 11 квітня у концертному залі «Центрум». В цьому сезоні как никогда актуален электрофанк. Все ребята-диджеи знают, как играть электрофанк. Вся публика, которая посещает очень модные мероприятия, ощущает электрофанк. Пасть тандема нельзя одному, только вдвоем, ничком на грави не нарушится схема. Встать, отряхнуться, продолжать строить дом не по правилам. А кому по нраву упасть тандема? Эх, не доехали! До базы не дотянули чуть, погнули корзину, разбили колено, а если б так? Половина велосипеда лежит в кустах, а вторая, сама собой управляя, бежит отменно, столбика ртуть. Может, стоило в трубку дыхнуть? Эквилибристика, кинетика, гены. Эквилибристика, кинетика, гены. Это просто статистика. Ну или простая дилемма. Выбрать путь, смазать цепь, одно неделимое целое. Выбрать путь, смазать цепь, одно неделимое целое. Это наша маленькая победа. Упасть тандема нельзя одному, только вдвоем. Ну что и кому мы докажем? И прежде чем стать экипажем, давай устроим родео на этих холмах. Разнесем конструкцию в пух и прах, будем ездить без шлема и без запаски. Гораздо большая смелость в наше время носить шлемы и каски. Перевезить в багажнике дрова и запаски. У нас получалось именно так ощутить, что такое упасть тандема. Упасть тандема. Упасть тандема. Упасть тандема. Упасть тандема. Упасть, 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 Это невероятно. Дякуємо вам, друзі.
Ми надзвичайно вражені. Мені бракує слів. Святослав Вакарчук став учасником стипендіальної програми Єльського університету. У рамках цієї програми 15 художників, журналістів, фотографів та інших діячів з усього світу будуть протягом цілого семестру вивчати глобальні питання у стінах Єлю. А щоб прихильники «Океану Ельзи» не так сильно сумували за гуртом, нещодавно вони відзняли новий кліп. Маємо відео зі зйомок. Рокери Оторвальд представили новий кліп «Это все». На перший погляд здається, що це історія про розлуку, але не все так просто. Ось що говорить про цей кліп лідер гурту Женя Галіч. «Совок так глибоко засів у всьому, що нас оточує, що іноді навіть не віриться, що коли-небудь буде інакше. Не повертайте це все. Нехай далі буде краще. Дякуємо всім, хто зрозумів». Отже, дивимося кліп. Далі хочу познайомити вас із молодим київським гуртом Secret Avenue. Нещодавно хлопці представили дебютний міні-альбом Sirens, а зараз відзняли концертне відео. А одразу після цього у нас у студії будуть цікаві гості.
lights of the afterglow won't be the same. An antique core inside a liquor store, the same revolving doors are on your way. I wasn't thinking about you, wasn't thinking at all, except the hurricane inside of me. I wasn't dreaming about you, wasn't dreaming at all, except the hurricane inside of me. Please take that right away, and I'm taking what is mine. Please take that right away, and I'm taking what is mine. Please take a step right away, and I'm taking what is mine. Please take a step right away. It's safe and warm inside your hollow skull. Don't hesitate to leave this broken cell. Sycamores don't understand your words. Turn all you said before into a spell. I wasn't thinking about you, wasn't thinking at all, except the hurricane inside of me. I wasn't dreaming about you, wasn't dreaming at all, except the hurricane inside of me. Please take a step right away, and I'm taking what's mine. Please take a step right away, and I'm taking what's mine. Please take a step right away, and I'm taking what's mine. Please take a step right away, and I'm taking what. А до нас у студії приєднались учасники нового українського гурту «Ас». Це Іван Розін і Максим Смоголь. І кішка на ім'я Анастасія, яка дивиться у вікно. Привіт, хлопці. Перш за все, розкажіть про те, як ви розпочали гурт «Ас», тому що я знаю, що раніше ви були учасниками гурту «Гуаш». Чому ви вирішили розпочати щось нове? Я не готовился. Я не знаю, ну как бы решали мы или не решали, но мы просто всегда делали то, что мы делали. То есть песни писались всегда. В «Ас» или в «Гуаш», неважно где. Просто «Гуаш» отгорело свое, как бы определенный этап ушел в небытие. И мы стали экспериментировать со звуком. Стали слушать разную музыку. Очень разную, интересную, электронную. Увлеклись немцами и решили попробовать сделать что-то свое с такими инструментами, с которыми мы, собственно, особо не работали. То есть синтезаторы, синтез звука — это очень интересно. Бесконечные последовательности можно очень, ну, приходить к интересным результатам. И вот. Выяснилось, что в рамках «Гуаш»
Наверное, да, такое эти, было эти эксперименты бы странно. Были бы нелепыми просто. Вот. И мы решили сделать какой-то другой, иной проект. Поскольку вместе делать интересно, мы решили сделать новый проект, назвать его «Ас». Вот, собственно, как он начался. Но, я же говорю, ничего не прекращалось. Мы постоянно что-то делаем, ну, все время. То есть у нас, мы и так работаем на студии, у нас есть куча работы, которую необходимо выполнять, и есть что-то для души. Ну, вот все началось именно с этого для души. Чи можна сказати, що за рахунок того, що зараз у вас на сцені значно більше електронних приладів, вам довелось багато чому вчитись саме в процесі створення? І приходиться, і ще буде приходитися. Так, це чудово, тому що є відчуття, є віра в те, що ми не останавливаємося, і все-таки щось, що відбувається в світі, і вже на самом деле давно, слава Богу, не проходить мимо нас. Просто да, очень сложно сказать, что мы что-то знаем или что-то умеем. Сейчас обнаружилось наоборот, что мы ничего не понимаем, ничего не умеем, еще очень многому чему придется научиться. Вот, это, конечно, ободряет, потому что есть куда шагать. Потому что за долгий период жизни в музыкальной студии можно было бы уже сложить мнение о том, что мы это умеем, то умеем, тут понятно, тут ясно, все. Хорошо, спасибо. Ну и к тому же оно понятно, ясно, пока ты не начинаешь конкретно это делать. Да, а тут как-то мы сейчас сталкиваемся с новыми методами записи и с новыми программами, которые раскапываем, и с новыми какими-то девайсами, которые нужно осваивать, и как это все крутить, и что с ними делать. Узнаешь, потому что у нас, опять же, мало спецификации, нужно либо переводить самим с английского, либо читать где-то на каких-то зарубежных сайтах. То есть нужно отыскивать какие-то ответы, которых здесь еще пока нет. Вот. Ну, интересно. Ковыряемся, копаемся. Ну, от відчуття, що досі, навіть коли ви на сцені, ви продовжуєте розбиратись у цьому і продовжуєте приборкувати. Іде якась війна між вами і цією апаратурою? Так, да, поки це війна, поки не гармонія. Ну і, власне, раз ми заговорили про якусь таку ментальну війну, розкажіть про кліп, який ви нещодавно представили. Яка його ідея? Так, да, недавно ми випустили кліп. Тоже невероятными усилиями, потому что долго много было всяких багов и каких-то несложений относительно этого клипа. Вот. На песню «Last War» — «Последняя война». Собственно, идея его в том, что это противопоставление войны и мира, по сути, внутри нас. Той последней войны, которая сейчас происходит в каждом из нас. Потому что сейчас, ну, мы разрезаны все ножом каким-то посредине, ну, в крайнем случае в Украине точно. То есть невозможно быть равнодушным. Сейчас настолько много вызовов для общества и для каждого из нас, что нужно быть либо соленым, либо сладким. То есть посредине оставаться невозможно. Собственно, вот об этом выборе и есть клип. Мы должны делать выбор внутри себя и понимать, на какой мы стороне, на этой или на той. Я думаю, что важно еще напомнить, ну, вернее, просто сказать о том, что вообще такая работа, в принципе, ну, в какой-то мере уникально. По крайней мере, я лично не очень много видел клипов, которые были построены на футеджах. То есть, в принципе, нет никаких четких там рекомендаций, как делать такое, да. То есть это был, в принципе, тоже эксперимент в каком-то роде, за что спасибо нашему другу Артему Плужарову, который, собственно, все это с арт-директировал и выполнил, и, в общем, были потрачены невероятные усилия. Я присутствовал периодически при этих ночных экспериментах. Вот. Ну и, конечно, Оля Слезки, которая все это тоже заставляла нас не падать духом и делать это все. Вот. Пропоную зараз подивитись цей кліп, і потім ми продовжимо розмову з хлопцями. One could dare
А звідки бралися ці відеофрагменти, які використані в кліпі? З различных сайтов, стоковое видео и покупные какие-то моменты. Ну, то есть очень много было перелопачено материалов, действительно очень много. Это нельзя сказать, что это все бралось с какого-то одного определенного ресурса. То есть была проведена огромная масштабная работа, опять же, той же Ольгой Слезко, которая ночами просто рыла, мы это отсматривали, перелопачивали, смотрели, отсматривали, то приходил не то, подходило. Говорил, ребята, это все не то, давайте это все еще. Не то, давайте еще. И набралась новая пачка, огромное количество материала. Ну, это действительно очень сложная и кропотливая работа. Даже по монтажу было бы понятно уже, что это все очень непросто, потому что кадров и кадриков очень много использовано. То есть огромное количество материала. Ну, и к тому же, учитывая, что снималось это все отдельно, оно никак не связано с друг другом, не по цвету, не по композиции. Не по динамике. Не по динамике, не почему. Да. То есть это все абсолютно разношерстный материал, который нужно было бы каким-то образом... То есть это мастер-класс по монтажу, наверное, просто. Я знаю, що в гурті «Гуаш» ви працювали разом із Віталієм Клімовим, продюсером. Ви досі працюєте і в «Ас» з ним? Чи... Нет, не работаем, нет. Але «Ас» ви... — це наш проект, ми його пытаемся двигать самі. Тобто ви повністю незалежні від якихось продюсерів? Да. Чи відчуваєте різницю? Да, на самом деле, конечно, свободу. Это же вечное стремление к независимости во всем. Слава богу, теперь наша музыка ни от кого не зависит. Это же здорово. Она и не очень-то и зависела на самом деле, но теперь даже и намека нет. Яка саме музика повпливала на те, що ви звучите саме так? Ви називали, що на вас повпливали німці, хто саме з німців? І на кого ви дивились, коли облаштовували саме цей набір приладів на сцені? Ну, перший, хто мене збили з панталикою, це, звісно, вот Саша Ринг, апарат. Моцелектор, они мне просто что-то сделали с моим мозгом, я не знаю, потому что те звуки, которыми они играют, и то, как они подходят к электронному звучанию, оно поменяло меня, потому что представление мое об электронной музыке раньше было совершенно скудным и достаточно неинтересным. То есть я понимал, что это какое-то дзз-дзз-дзз неинтересное какое-то, что-то, то, что меня никогда не зацепит. Но то, как они увидели музыку в электронном звучании, меня это перевернуло. То есть меня это цепляло за что-то живое, меня это вело куда-то, мной это управляло, меня зацепило. То, что мной управляли, по сути, звуки, которые не имеют отношения ни к чему живому, ни к каким живым вибрациям. Они вот для меня лично, не знаю, они показали, что электроника может звучать живее порою, чем живые инструменты. Вот. А просто так много сыграно мертвой и живой музыки, и играется до сих пор, еще будет много ее сыграно. Вот, лучше играть живую электронику. Ну і, власне, найближчий ваш концерт – це 10 квітня і виступ перед Джей Джей Йоханссоном. Розкажіть, будь ласка, що ви готуєте? Я знаю, що у вас є друзі, які періодично з вами виступають. Чи будуть вони з вами на сцені 10-го числа? І взагалі, що це буде? Да, вони будуть з нами. Скоріше всього, в тому ж составі, в якому і були перед цим. Вот. Єдине, що, можливо, ми успіємо ще зіграти кілька Ну, новых мы, треков. Скажем, готовим несколько иную программу, нежели была на презентации, немного, да, другую, потому что там есть и временной фактор, который несколько другой. То есть нужно перелопатить немного материал, добавить несколько песен, убрать ту самую, о которой мы говорили, что ее там не нужно. К тому же, ну, много вопросов появилось новых, появились, слава богу, какие-то ответы на вопросы. Да, слава богу, что была презентация, которая дала нам много... что взвесить и понять, к чему двигаться, чего отказаться и что использовать дальше. Ну, то есть это, опять же, тема для размышления. Хорошо, что она была до концерта. Мова йде, власне, я поясню для глядачів, про презентацію закриту, яка відбувалась у Клоузері минулого тижня, де гурт вперше, я думаю, вперше, так? Да, грав перед такою аудиторією. От, ну, такою, да. Як вам те, що робить Джей Джей Йоханссон останнім часом, чи впливало це на вас? Я не могу сказать, что на меня он сильно когда-то как-то действовал вообще, в принципе, с точки зрения музыкальной даже. Не знаю, очень, очень грустно мне его слушать всегда. Вот. А учитывая то, что я, в принципе, люблю на самом деле грустную музыку, но она у него ну, совсем такая вообще, кажется, что он скоро умрет. Просто. Очень так пессимистично. Да, но у меня есть в любом случае несколько самых любимых его треков, и ради них, как бы, вообще за них я уже готов говорить ему огромное спасибо, что он существует. Ну да, я тоже не скажу, что как бы его творчество сильно повлияло на мою душу, сформировало какие-то мои новые видения или видения, не знаю.
Но спасибо, что он есть, что он вот такая единица творческая, которая тоже имеет право быть и имеет свою аудиторию. В любом случае, он явно, ну, отличается от многих, и, ну, допустим, я по голосу его узнаю, это уже очень много, много значит. З нами були учасники київського гурту «Ас» Іван Розін і Макс Смогель. На сьогодні все, побачимось за тиждень. Нікіта, що ти зараз знімаєш? Нікіта? Нікіта?